сегодня на канале Итан Тамунас, и сейчас мы будем сбивать лимоны. Лимоны. Они еще зелененькие. Только срывай, Тёма, большие, не маленькие. Вот так. Это их голубой. Срывай спеленькие, такие желтоватенькие. Ну как тут пахнет, да? Вообще лимончиками. Ого. Понюхай, как пахнет. Вау. Это перес... Тоже испорченный. А, это перезвучка. О, дай понюхай. Это тоже испорченный. Угу. Делаем с мятой, да? Лимоны с мятой. Что ты нашел? Меня колючку кинул. Ёжика? На, получи. Ну все, хватит, хватит, оба. Угу. Без листиков старайся. Все, идемте дальше, детки. Да, купи, купи. Один я нюхать буду. Будете чай с лимончиком пить или лимонадом? Да, один возьмем на палочку. Хватит уже. Нет, ну пусть это будет. Нюхай, папа, это понюхай, пиздец. Ну да, тоже ничего. Да? Ну идемте дальше гулять. Ну ты придумал. Ёжик убежал, ёжик. Давайте я вас фоткаю возле этого дерева. Привет, мы в гранатовой роще. Вот тут столько много гранат. Дальше они поиспортятся. Да, посмотри, сколько тут уже гранат повскрывалось, вот это все. Посмотри, какая она все. Такой он сладкий, Тёма? А вам мне нравится больше вот таких желтеньких. Да, все это через пару дней все попортится. Много приключений нас ждет. Сколько ты уже гранат съел, Тамир? Одну. А ты и там. Да, ладно, всем учиться. Смотри, они же какие спелые, они аж прямо взрываются. Вот, вот это самые спелые, Тём, Ита. Вот нет, такие. Это. А вот это. Вау, вот смотри, как они взорваны. Они вот еще. Можно попробовать? Да, попробуй. Вау, смотри, сколько гранаток повзрывалось.
Знаете, какие рыбите, которые повзрывались, они самые сладкие? Вот эти вызывали шкурки. Слезь с дерева, слезь, не обломай ветку. Ну выкинь, шкурку можешь выкинуть. Вот, Тёма, сейчас можете кушать вот такие вот. Видишь, они уже открытые. Они самые сладенькие. Ой, видишь, уже падают сами. На. Ой, на. А это куда? Себе. Ну, это положи в кулечек. Папа, смотри, какие у него ягодки. Где? Да, срывай, потому что они испортятся уже через день-два. Помогите! Смотри, как надо не рвать, а вот так крутить. Нет. Крути, крути. Я так не знаю, так делаю. А там нечего вековнуть? Ну, уже ты, лазу, я там за 15. Ну, покажи, что внутри. Ну, открой его. Ну, открой, на две части. Ого. Давай, давай, открывай. Круто. Вот, папа, ну, попробуй, вкусно? Смотри, сколько. Дай попробую. У меня темнее. Кисло-сладкое, да, такое? Видите, в принципе, уже везде пособирали гранат, а вот эти пару деревьев остались. Ну все, идемте дальше. Вон аллея там. Ну, идем посреди. А вон в небе, да? Что их отсюда не видно. А, вон, вижу. А чего их так много здесь? Видишь, они кружают, это, наверное, семейка ихняя. Итан, что ты нашел тут? Помидорки? А, ну дай понюхаю, как они пахнут. Настоящие помидорочки. Замазюка! Что он там пособирал? Земляные помидорки. Ну, это не парниковые, видишь? Это... Ну, парниковые это, которые в парниках выращивают, туда добавляют много разных удобрений. Не полезно. А это БТВ в природе, видишь, такие растут. Я хотела. Да. Чёрт. На, еще тебе гранат. Это мне... тебе майка будет. Ешь, ешь, не обляпайся. Иди в речку умойся. Вау, Хэллоуин! Ты вампир на Хэллоуин. Ну что, помыл ручки? Тём, а ну покажи.